И начнем мы с новости, от которой, нет, не веет лихими 90-ми уже, там реально все покруче. В Подмосковье совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерифа Алихаджиева. Вечером в Одинцово неизвестный подкараулил его возле дома и открыл огонь. 4 выстрела, 2 ранения, и экс-чиновник оказывается в реанимации. А ведь Алихаджиев — фигура с очень интересным прошлым. Во времена Второй Чеченской он был близким соратником Ахмата Кадырова. Потом возглавлял крупнейший район Чечни. А в 2007 году сам Рамзан Кадыров внезапно назвал его преступником. Публично. И вот теперь на него покушение. Причем, по словам источников, киллер выбрал момент, когда Алихаджиев был дома один и, ну и вовсе, надо сказать, к делу подошел явно серьезно.